Под председательством первого заместителя главы администрации Курголи Кургалиева в актовом зале состоялось совещание актива города. В порядке очередности были заслушаны отчеты руководителей и заместителей, касающиеся работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управления культуры и отдела торговли. Информацию о проводимых мероприятиях по ремонту дорожных покрытий предоставил главный инженер управления коммунального хозяйства Султанпаша Саидов. По улице Гвардейской в основном выполнены работы по асфальтированию этой улицы, с охватом тротуаров. И начаты ямочные ремонты для того, чтобы произвести в массовом порядке подготовительные работы ведутся на Мира улице, Татуева Победы. Самый плохой участок это у нас Татуева Победы на сегодняшний день. Из асфальтовых заводов первый асфальтовый завод подрядчика Абука Леонидовна работает. Далее Курголи Кургалиев поинтересовался о причинах отключения воды в отдельных микрорайонах города и в какие сроки будут устранены неполадки. О том, что причиной отсутствия воды послужил прорыв трубы по улице Красной и что на данный момент ведутся необходимые меры по устранению проблемы, доложил директор открытого акционерного общества «Горводоканал» Мурат Дибиров. В продолжении совещания слово было предоставлено главному инженеру горэлектросети Залибеку Малатаджиеву. Городов трансформаторы пятницу на вышел из строя, короче, достали суббота где-то часиков 4 мы включили, другой поставили более мощный, там стоял 250, поставили 400, а так работы идут. Я начальнику УКХ тоже звонил, говорю, у нас аварийные работы, опоры много, что около 10 штук, который возле 10-й школы есть, а пролетарский есть. На каком этапе находятся подготовительные мероприятия ко Дню защиты детей, рассказал начальник управления культуры Рамазан Чарихов. Также в ходе совещания были затронуты и другие вопросы, касающиеся текущей работы аппарата администрации города. По итогам обсуждения были даны соответствующие поручения и указания. Намечен алгоритм действий, который в перспективе позволит получить положительный результат. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».